Розовый, как мой борщ. О боже, я так хочу борщ. Слушай, я понял, я попить себе не взял. Наверное, дело в этом. Но это не точно, на самом деле. Хрен его знает, короче. Кому не нравится, я тебя забаню. Попробуй еще только в чат что-нибудь написать. Я тебя найду. Я тебя найду и забаню, понял? Ну, типа, красный, значит, пил. Так я сейчас не красный, я уже настроил камеру. Че вот это вот? Че кого, ребята? Че кого? Когда будет Зельда, ты не поверишь, сегодня. Боже, настроение хорошее, не знаю почему. 100 лет бы вас еще не видел. Ладно, шучу. Мистер Болбоеб. Спасибо за сап. Я даже не понял, что я проматерился. Ну я же не проматерился, я же сказал твой ник. Пробил час, ты подвергнешься суровому испытанию. Боже, сколько воспоминаний. Угу. Туда вернись, где высший меч обрел ты в лес короков. Караков. Короков. Там к древу Деку обратись, оно тебе укажет к испытанию путь. Так, хорошо. Да-да-да, я вспоминаю, что я мастер перекатов, мастер парирования. Это не было парирование, этого не должно было произойти, но типа я так и хотел. Спасибо. Слишком толсто, но работает. Работает, понимаешь? Если работает, значит не толсто. Но вообще да, это было толстовато. Во мне жир потек. Чат, я надеюсь, ты гордишься собой? Ты же собой гордишься, чат? Я яйца разбил. На деревьях ништяки. Эй, тут мое оружие было. Окей, окей, хорошо. Я говно, оно убивал. А, бежим. Так, хорошо, ясно. Они не там, Линк. Так, ясно, ясно, ясно. Это маска из части Legend of Zelda Majora Mask. Угу. Они выглядят как сиськи. Или это оговорка по Фрейду? Я как Бэтмен, короче, прилетел такой. Только надо одеться, как Бэтмен, реально. Да оденься ты, господи, горюшка. Да... А где огромный конь? Ты чатик имеешь в виду? Я тот город, который... Господи. Я тот герой, который этому городу нужен. А не тот город, который нужен этому герою. И первый атлас мы прошли с Дашей на стриме. Второй, когда она захочет. И у нее на стриме. Вот. Подписывайтесь, кстати, на ее канал. Да. Мне нравится, допустим, как она стримит. Если тебе не нравится, тебе бан. Угу. Я постоянно его хочу, когда сам не стримлю. Вот. Вообще, кость — это каркас, опора и поддержка, следовательно, костяная лошадь — это модра, основа чата. Ты не хочешь себе модра? Я всегда хочу модра. Эй, чё так скользко-то, ну? Я думаю, что здесь нужно что-то, чтобы растопить лед. Между нами тает лед. Ребята, идите сюда, сейчас мы будем делать с вами Люгегекхаймен. Так, спокойно. Нет! Чатик, не надо, чатик! Чатик! Скачи, твою мать! Жми, ёкарный бабай, давай! Опять птицу снесло, ну бывает. Наверное, это было вкусно. Доктор Хакс, спасибо за 14. Я проспал. Да нормально все. Не парься. Все хорошо, все свои. Мимо! Ты что, кулаком меня решил работать? Я вот с тобой кулаками драться бы не стал, потому что, ну ты понимаешь. Какой лед? Лед только когда. А вот и ящик, чат.
И все, что ли? Ясно. Ого, он быстро догадался. Смотри, парень, ты смотришь на самого умного стримера. И не только в русской части Твича, я тебе говорю. Я давал бы уроки за деньги, но... Все-таки, ты знаешь, природная скромность говорит во мне, что... вы недостойны того, чтобы узнать эти древние знания. Давай. Вот так, красавчик. Теперь берем. Да не то. Все, летим наверх. Летим наверх, ребята. Ясно. Ну, ясно. Нет! Нет! Тихо! Тихо, спокойно, спокойно. Я защищу тебя. Ифа, спаси, пожалуйста. Чатик, помоги. Надо уходить. Мифа спасла. Да твою мать, почему так сложно местами? Это какой-то конченый. Ну ладно, все. Пришла пора схлестнуться нам с тобой своими бедрами. Я не хотел. Так, ладно. Слушай, если я сейчас умру, то откуда я... Откуда я начинаю, я не знаю. Ты заставил несколько тысяч человек зайти в ВК. Ну, я не виноват. Виноват тот, кто пишет. Нет? А кто пишет там? Ого, девушка. Красиво. Прикольно. Давайте, суки, давайте сюда. На свече, правда, нет браузера? Да, это самый главный недостаток для меня, потому что в туалете иногда хочется посмотреть видео какое-нибудь, ну, ты понимаешь. И этот... И не получается. Поэтому приходится только в Mario Kart играть. Почему ты нас так ненавидишь? Я вас не ненавижу, я вас люблю. Чё за разговор вообще? Забаньте этого идиота. У нас... Слушай, она выглядела на самом деле гораздо ближе, чем она казалась издалека. Это было сложно, но я это сказал. Если кто не понял, то ты глуп. Только в этом причина. 13 дней до Игры Престолов. Ну да. Нет! 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 Туделка! Всем пока!